Помимо этого, Артур Парфенчиков встретился с членами Общественной палаты Кореи 4-го состава и поблагодарил их за проделанную работу. Глава Карелии отметил труд общественников, плодотворное сотрудничество и преданность своему делу в непростое для республики и страны время. Мы с вами прошли, по-моему, все, да, за последние годы. Начиная от пандемии, природными катаклизмами, ну и, понятно, нынешней геополитической ситуации. Об итогах работы Общественной палаты Карелии 4-го состава рассказала ее председатель Любовь Кулакова. Независимая оценка российского уровня говорит сама за себя о том, что Республика Карелия входит в десятку и в двадцатку лучших регионов Российской Федерации по развитию гражданского общества. Член Общественной палаты России Илья Герасев также отметил работу 4-го состава на «отлично». Что тут скрывать, в республике есть проблемы свои, как и везде. Поэтому я думаю, что подключение общественности к проблемам, я думаю, что здесь будет, наверное, самое активное участие принимать Общественная палата. Потому что Общественная палата создана для того, чтобы именно взаимодействовать между обществом и государством. Артур Парфенчиков также вручил общественникам почетные грамоты и благодарственные письма.